Я приветствую вас, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. С вами Ангел Рок. И Элизабет Смайл. Ты чё так тараторишь? Я офигела просто от такого изобилия слов в одно мгновение, блин. Это уже, как она, разученная фраза. Выработанная. Да. Так, на этом моменте в прошлой серии остановились, так что сейчас продолжим именно с этого момента. Да. Нам пришлось перепроходить. Ну как мы перепроходили? С закрытыми глазами опять... О, ты видела? Да. Кто? А, в окне ты имеешь? Да. Да. Твою мать. Тихо. Может, так, давайте сделать? Мы здесь посидим. Нахрен дверь закрой. Закрой дверь. Закрой. Все, нахрен я здесь сижу. Давайте сядем вот здесь. Залезем под стол и будем плакать. Да. Так, короче, так как нам в комментариях написали, что сохраняться здесь можно только на какие-то диктофоны, нам пришлось перепроходить вот этот момент. И, как сказала Лиза, мы проходили закрытыми глазами там. Нет, там вот помните момент, короче, был, когда там вдалеке была дверь, и вылезала такая страшная-страшная рожа, на которую мы жутко охерели, я просто потеряла дар речи, да, выплеснула эмоции. И на этом моменте мы оба, короче, закрыли глаза и просто тупо шли вперед. Да-да-да. Вот, и получается, человечек C17 Алекс Халфер. Над его ником, извиняюсь, конечно, спасибо тебе большое за информацию, да, и я, конечно, понимаю, что это не очень красиво, но над твоим ником я долго угорала, потому что какой-то Алекс Халфер собирается мнать за чьи-то сиси. Я не могу до сих пор успокоиться. Сначала мы долго думали, как произнести S17, C17, а в итоге пришли к выводу C17. Я говорю, Сиси 17. 17 Сиси. Так, ну все. Давай. Мы серьезные. Да, все серьезное, как бы, и по атмосфере будем проходить. А, ну еще я извиняюсь за то, что я буду мало говорить. В основном будет говорить Лиза. Да. Потому что он болеет. Потому что. Я болею. Только что кашлял. Я еще не до конца выздоровел, так что вы меня должны простить. Да. Так, и что, куда нам идти? Он куда-то сюда ушел, в бок. И ты что, предлагаешь идти за ним? Ага, ну... Совсем жить надоело. Нам игра говорит об этом только. Так. Ага. Бочком-бочком. А, подожди, мы отсюда пришли. Так, вот я что-то понять не могу, а куда нам дальше-то? Давай побегаем, поищем. Так, здесь у нас, по-моему... Мне кажется, так, ли он здесь... выдыхаться будет долго, там записка лежала. Записку я ж брал, это а, да, с это паролями. Коды, да, конечно. Коды и пароли. Да-да-да. Так. Так, тут тоже. Ну давай вернемся тогда, да? Попробуем вернуться. Раз уж он в эту сторону пошел. Здесь никаких нет проходов, через стену нам точно не перепрыгнуть. На машину тоже не перепрыгнуть. Вон, пошли нам обратно. Не кажется ли слишком громко? Да нет, нормально. Сама-то? Блин, так громко. У меня такое ощущение, как будто у него напялены такие, не знаю, ватные какие-то штаны. И вот как в детстве идешь, да, и такой вш-вш-вш. Да-да-да. Вот у него так же. Комбинезончик. Угу. Давайте пойдем посмотрим. И сделаем светлее. Еще потише. Где светлее? О, давайте здесь пойдем. Здесь посветлее. А дверь забыла была открыта? Да? А мы же оттуда пришли. Мы отсюда пришли. Я честно вам скажу, я не знаю, куда идти, так что будем сейчас много... Так, нам разрешили назад вернуться, так что... О, блин, он что-то застрял у меня, я не мог пройти. Кстати, в этом моменте, не знаю, может быть, если посмотреть еще раз первый эпизод, когда проходили на паузе, здесь мелькнуло, так сказать, да, в одном кадре... чей-то силуэт. Да, чей-то силуэт мелькнул, какая-то тень. И... Мы это заметили, блин, только чисто как второй раз. Может, все-таки туда запрыгнуть можно? Как-нибудь. Не, видишь, там... Так. Какая-то из этих... Закрыто. Закрыто. Ладно,
попробуем вернуться вообще назад. Это было? Честно говоря, не помню. Комбинация. Нужно искать комбинацию. А давай попробуем ту комбинацию, которую я зафотал. Ну, я зафотал на твой, стрелок. На твой мобильник. Тут ты видишь именно стрелки, что ли? Каждый раз, кстати, пароли разные. Давай быстрее. Чего быстрее? Я помню 77. Не могу я быстрее. И что-то еще. 41. 41. Вот, точняк. Открываю теперь. Да мне жутко что-то. Может, потише сделаем? Нафиг. Да ладно, что-то. Ну на быстрый слот, это да. Понятно. Так, давай мобильник возьмем. Нахрен. А если выключить? О, не, лучше включим. Так. Все там моргает. Пора вызывать винчестеров. О, не-не-не. Закрыто. Вообще в каких-то катакомбах бегаю. Воу. Дверь закрылась? Походу, да. Она была открыта же. Ой-ой-ой. Что? Да. What? Посмотри направо. За нами кто-то следит. Надо бежать. Куда? Мне кажется, слишком громко. Да нормально. А, вот они, диктофоны, про которые вот человечек говорил. Большое спасибо. Ага. Ураешки, ураешки. Ага. Сохранение! Ура! Так, ну давай. Пойдем дальше. Так. Отлично. Слушай. Ой-ой-ой. Нам, походу, сейчас кого-то бить надо будет. Не зря же они так сказали. Может, не надо? Не открывай дверь, не надо. А, это мы там прошли, значит. Кровь на полу. Господи. Какого хера? Как я даже добирался. Перевод, конечно. О, твою мать. Молотком, молотком, херач, херач. Блядь, он молоток добрал. Вот это вот, 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 вот. Да бери, бери, бери его, бери. Так, вот давай ножик возьмем. Ножик, ножик, бери, ножик, ножик, ножик. Да ты чё? Кто это был? На основе политик, господи боже, нужно вызвать полицию. Я думаю, включить английский и лучше уж переводить. Да. Никакой сигнал. Вообще никакой сигнал. Вообще никакой. В стельку. Эй, пойдем. Это было нечто, которое пропало. Так, как? А ножик? Я не мог ножик, прикинь, взять. Что за хрень? Так. Давай-ка сюда мы пойдем. Пришли, да? Отсюда мы пришли. Не-не-не. Да? Не. А, нет, да, отсюда он вышел, да. Молоток лежал! Назад! А, или что, это шприц какой-то?
это этот, видимо... Жизнь? Да. Но наркотики подобрали жизнь, вообще замечательно. Давай дальше, дальше. Но все же, это, наверное, какое-то увлечение, там, я не знаю, хотя бы медикаменты. Нет. Чё? Вот он. Ой, что это? Сдохни, тварь, сдохни, сдохни, сдохни. Да сдох он уже, господи. Бери молоток. В кого ему глаза светится? Кто это они вообще такие, а? Так. Это даже нельзя зомбаками назвать, типа... Да-да-да, так. Использовать. А как использовать? А, ну, вот. О, у нас чувак Тонари. Норм! Нормально все, что тебе не нравится? Все нормально. Твою мать, там еще один. Сюда! Сюда! Я его не вижу ни хера. Давай сюда. Ходи на свет. Во, ё! Что на мать-то? Какой он скорый. Сдохни, тварь. Какой он быстрый-то, скотина. Вообще, ебану мать. Что так темно-то? Стремилась. А сохранения далеко нет. Я хочу сохранить. Вот. О, отлично. Так, слушайте, давайте, наверное, закончимся или нет? Давай дальше. Так, сколько? Да, 11 минут всего записано. А, 11 минут? Да, давай тогда еще поснимаем, что есть. До ближайшего сохранения, так кого-нибудь. Снимем и все. Так. Ну, погнали дальше. Да. Я ножик вообще из руки не выпущу. Мне похер, что там темно. Дуплетап. Что? Альт. Во-во-во-во. Ну они на самом деле уже меня не пугаются. То, что он жизнь отнимает, знаете, на шприце у нас всего один был. Вот еще один взяли. А, ну а слушай, наверное, скорее всего, из них вылазят, вываливаются они. Да? Ага, и надо. О, нихера себе их тут сколько. А если так? О, отлично, слушайте. Так, нет, не из всех вылавливается. Так, ладно. А у нас на выбор три пути. Давайте пойдем сюда. Здесь а, тут тупик. Тупик. Ладно. У нас на выбор два пути. Теперь два, да. Тут, походу, тоже тупик, нет? Да. Тут тоже тупик. Ничего нет. Ладно. У нас один значит, путь. Трупы-то исчезают. Игра, короче, линейная. Ну ладно. О, блядь! О, на мать. Я извиняюсь. Набужал, собака. Ага, хрен тебе, не попал. Иди сюда. Эба. Я тебя заточкой сейчас затыкаю. Заточка, реально, заточка, пилочка для ногтей. Как такое еще убить можно? Убили, смотри. Есть еще что-нибудь. Так. А у нас меньше полжизни, я не знаю, стоит использовать, нет? Так. Если что, мы сохранились как раз прямо перед этим, так что нужно попробовать лишний раз не использовать ничего. Лишний пол нажимать. Бляха-муха, мы что открыли? Что-то мы открыли. Дверь. А может быть тот забор? Там же заборчик. Ну давай, попробуем. Вот сюда, да, там. Нет, не там. Вот здесь, да? Да. Точно. Дверь поднялась. Так, ладно, идем дальше. Дверь! Это не всегда хорошо. Ну, как-то да. Ой-ой-ой. Двери это не есть хорошо, так. Особенно в этой игре я поняла, что двери это вообще тупик. Вообще не есть хорошо. Твою мать. СМС-ич. Двери. Помоги мне, пожалуйста, помоги. Они идут, я в квартире, спеши. Откуда у тебя мой номер? Да, и кто ты такой? И кто ты вообще? Мне вот вообще всегда доверие не мешает. Сейчас куда-то наверх лезть. Так, что-то есть что-нибудь? Нифига. Ладно. Так. Я застрял. Он слишком жирный. Вообще жирный. Для таких. Так, я не понял. Бок влево, 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 в другое лево.
На балкон, наверное, как-то забраться, я не знаю, прыгнуть. А, во. Я же тебе говорю. Ты говоришь влево. Ну, а ты стоял влево и начал поворачиваться вправо, когда я тебе сказала влево. Говорю, в другое лево. Чего я не могу влезть? Он устал. Он устал, пока пытался забраться на эту фигню. Он дохляк. Он жирный дохляк. Ну, не сказал бы, что жирный, но раз уж он в проем не влазит и не может перепрыгнуть через элементарные расстояния, чтобы пробраться к двери, то тут можно уже сделать вывод. Так. О, к навернуться вот отсюда. Так. Ой. Вышли. Ну, я, наверное, все-таки сюда. Так. Да. Отлично. Квартира. Замечательно. Сейчас тут попрёт. Прекрасно. Великолепно. Да-да-да. Потрясающе. Ой. Их, походу, тут многовато. Чувак Кохер. Этот место не чувствует себя хорошо, понимаешь? Ага. На самом деле, наверное, там я некомфортно себя здесь чувствую. Да. Скорее всего, было. Лифт. Или... Вызови лифт с ю... Вот, сматывай отсюда. Ага. Спаси человека, который там четвертый этаж. Скотина, откуда ты знаешь, что я здесь? Меня это пугает. Но я секретная. Примечание номер один. А, надо секретное примечание еще искать. Ого. Три маленькие деточки, играющие в парке. Первая девочка сказала, пойдем домой, прежде чем стемнеет. Первые два весело пошли домой, что-то ничего не понимаю. Третья осталась играть в полном одиночестве. Иди ко мне, маленькое дитя, иди ко мне. Кусты шептали мягко. Они говорят, что кошку погубило любопытство. Влад. Ясно. Ман. Мне не нравится этот звук. Вообще напрягает. Здесь это лестничная площадка. Нет, это чья-то квартира. Ой, там сказали на четвертый этаж. О, сохранение. Ладненько, давайте на этом серию закончим. Хотя давайте пробежим. О, блядь, папа! Твою мать! Хера дитятка, блин! Сдохни, тварь! Хера там дитя! Ух ты! Ох! Хера на меня напугала! Или он, или оно. Оно, она. Ой, какая она. Какая она. Да, платье. Симпатичное. Смотри, нож такой в глаз. Ага. Слушай, а там мамочки случайно нигде нету поблизости? А, куда вообще выскочила? Я что? С балкона. С балкона, точно? Да, походу. Он тут разулся перед тем, как выйти. Ага, понятно. Четвертый этаж? Это четвертый этаж? Нет, скорее всего, это не четвертый этаж. Мы всего на три, наверное, поднялись. Значит, еще что? Так, ну его нахер. Давай еще сохранимся, что-то нихера себе. Хотели закончить серию и чуть не наклали штаны. Так, что тут? Смотрите. Чей-то офис. Ну, в смысле, этот, как его? Кабинет. Ну. О, я зато застрял что-то. Ну, жирный же, говорю, господи. Вообще, ну. Так, ладно, ножик опять. Сохранимся. Будь здорова. Ланенька, всем пока, с вами были Ангел Рок. Да, Элизабет Смайл, смотрите это. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Да, да. Обязательно оставляйте комментарии. Да. Спасибо, опять же, человечку, который нам объяснил, где сохранения будут. Иначе бы мы бы перепроходили. Ну, конечно, мы бы заметили их и нам бы сказали, но все равно спасибо. Да, и еще тебе, человек, еще раз передаю привет. И много немнаций, сиси. Это плохо. Руки начнут болеть. Пока.